Иностранные инвесторы увеличивают свое присутствие в экономике Казахстана. Например, многие зарубежные бизнесмены охотно вкладываются в экономику Кустанайской области. Здесь с иностранным участием реализуется свыше 10 проектов. Один из них – совместный казахстанско-китайский тракторный завод. Сейчас инвесторы намерены увеличить объемы производства готовых машин. К тому же планируется построить предприятие по производству автокомпонентов. Это в первую очередь позволит нам увеличить местное содержание. Плюс мы повысим локализацию. К тому же это позволит быстрее наладить экспорт в ближайшие страны. Амбициозные планы строят и российские инвесторы. Они намерены открыть в Казахстане 2 завода по производству запчастей для грузовиков. В проекты планируют инвестировать 300 миллионов долларов. Приступили к проектированию в первую очередь завода литейного и заканчиваем переговоры с инжиниринговой компанией по проектированию завода редукторов с тем, чтобы в первой половине 2022 года запустить оба производства уже на территории Республики Казахстан. У производителей тракторов тоже большие планы на будущее. Достаточно хорошо поднимем на новый уровень гарантийно-сервисное обслуживание, обеспечение запасными частями, создаем технологические компетенции и технологическую школу по определенным вопросам развития промышленности и будем производить трактора на территории Республики Казахстан. Инвестиции – важный фактор роста экономики государства. По данным Национального банка Казахстана, приток прямого иностранного капитала в прошлом году составил свыше 24 миллиардов долларов. Теперь в планах к 2025 году увеличить ежегодный поток инвестиций до 34 миллиардов в американской валюте.